Именно и муниципальные стипендии в Брянской области лучшим учащимся школ, лицеев и гимназий в трех номинациях «Образование», «Культура», «Общественное молодежное объединение» вручаются более 10 лет. До 2021 года в сфере образования присуждалось 100 именных стипендий. По личной инициативе главы города Марины Дбар в этом году было добавлено еще 100. Дорогие ребята, позвольте мне вас поприветствовать в первую очередь от имени главы города Брянска Марины Валентиновны Дбар, передать вам пламенный привет от всего депутатского корпуса Брянского городского совета. Я поздравляю вас всех. Я считаю, что вы самая настоящая соль нашей брянской земли. Сегодня я хотела бы вас поблагодарить от имени главы Брянской городской администрации Александра Николаевича Макарова. Пожелать вам творческих успехов, великих полетов. В связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения коронавируса, именные стипендии в школе номер 59 в этом году вручались только выпускникам. Остальные ребята были награждены по месту обучения. Стипендианты в образовании – это призеры всероссийских олимпиад школьников по разным предметам, активно участвующие в жизни школы, в городских мероприятиях. Победители спортивных соревнований различных всероссийских конкурсов, в том числе литературных, музыкальных, экологических, исследовательских. Активисты общественных патриотических организаций – обладатели золотых значков ГТО. Лично я стала призером областной олимпиады по праву и победителем международного конкурса «Математика и проектирование». Хочется также сказать огромное спасибо руководству города Брянска, нашим родителям, учителям и наставникам. Впереди вручение еще 50 стипендий. 45 в номинации «Культура» и 5 в номинации «Общественное молодежное объединение». Марина Николаева, Александр Жучков. События. Брянск.